Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по Майнкрафту Dungeon. Наконец-то у меня получилось зайти вот сюда, в древнюю охоту. Она находится в других измерениях. До этого я не знал, как зарабатывать золото, как бы, но вот получилось мне это сделать. Ну и, конечно же, первый свой поход за золотом я запишу. Вот я не раз смотрел на древнюю охоту, но не получалось мне туда зайти. То артефакты там не ложились как-то, то древних там не было, то ли еще чего-то. Но вот наконец-то сегодня получилось, и естественно я сразу все дело запишу первый раз. Во-первых, тут 31 сундук есть, это как бы немало. 31 сундук, вообще интересно получается. Так, я пока... Ого, ого, как меня бьют. Надо его огреть. У меня вот эти большие вообще больше всего добивают. Либо надо какую-то защиту прокачивать, либо что, потому что, ну, они реально просто убивают. Так, он по нему прыгнул, он сразу упал. Сейчас я тоже упаду. Там что-то застрял. Фух, ой. Что-то я расстрелялся. Ой-ой-ой. Я еще сложность, как всегда, выбрал, то есть больше, чем меня просили, как бы. Думаю, да, что мне стоит дом построить? Тут криперов много. Так, а что там за такое творится? Так, мне зелье нужно по заданию пить. Поэтому я их пью. Ого, инферно. Вот в чем прикол. Ты инферно есть. Настоящие. Клеток. Первый раз такое вижу. Фух. Ой. Есть такое. А, вот эти друиды, или как там, блин, которые постоянно меня в ловушку берут. Так, что вот это за такое? Да, это можно сюда заходить, да? А вообще мне нужно было туда или не нужно? Вот в чем вопрос. Нет, не нужно сюда. Там вот пишут мне направление моей цели. Блин. Назад типа идти. Там закрыты ворота, значит нужно их как-то открыть. Ох. Как-то все по-другому сделано. А, криперы. А, не хочу умирать молодым. Ух, а тут какой-то сундук. А, вот и золото, то, которое мне нужно было по сезону. И торговец разблокирован. То есть я вот спрашивал, где достать золото, я подозревал, что вот золото доступно именно здесь. Которое вот в сезоне нужно достать. Но дело в том, что я не мог сюда ни разу попасть, вот только первый раз попал. Ну и прям действительно попал. Припасы. Кнопка какая-то, это типа вот мост я опускаю. Да? То есть это был не ворота закрытые, это был мост закрыт, через который я не мог пройти вот со старта. Отлично. Красиво сделано. Но кто бы там, что бы ни говорил, не был сторонником этой игрушки, но сделана она красиво. Так, еще. Ой. Красиво сделано и качественно. На славу постарались здесь разработчики. Вот эти жители, как там, Леминич, как Нижнего мира, да? Я пока зелье специально не пью. Мало ли, может, плохо станет. Так, кто ж меня тут так травит? Ничего, подлечились. А, они все мнется. А, уже инферно даже распадаются. Круто. И вот эти черные скелеты, которые в нижнем мире. Ух. Ой-ой. Что это? Гаст.
Блин! Вы что? Какой гаст? Какой гаст? Короче, мы так стреляемся, я по нему попадаю, он по мне попадает. Мне на самом деле хватит раз, чтобы он по мне упал. Блин. Не хочу. Какой гаст? Серьезно, какой гаст? Лама, давай ты вперед. Давай, давай. Правда, он ее сейчас спалит. Давай полечимся, что ли. Так, души у меня есть. Полетит по нему. О! Блин, лама, все. Нет ламы. Так, у меня жизнь есть. Тайминг должен быть. Да раз, и отойти. Раз, и отойти. Раз, отойти. Все, я понял. Опа. И отойти. То есть не нужно пытаться быть героем, бить его несколько раз. Тем более, я уровень сложности выбрал немного больше, чем мне нужно. А зря. Надеюсь, такое не часто будет, иначе как бы, ну как тут? Ай. Хотя я не попал. Фух, есть. Я думаю, это последний же этап. Можно теперь зелье выпить спокойно. Призвать свою ламу. Так, два сундука. Вот золото. Тут больше золота. Отлично. И можно пройти сюда, а тут изумруды и золото. Шикарно. Вот четыре же сундука я открыл. Всего лишь четыре. Их на самом деле намного больше. Так, там еще один сундук тоже. Закрыт. А, вот я открою, да? Надеюсь, здесь газ там не бьется. Блин, только нет. То у меня стрел не хватит на него. Судя по развитию событий, я думаю, все-таки придется. Да отойди ж ты. О, стрелы выпали, это шикарно. Потому что реально вот как раз стрелы мне понадобятся. Надо сразу подумать пути отступления. Инферно, ну да. А, да нет, стоп. Жизнь теперь. Вот, ну не хочу еще раз газ там драться. А, нет. Меня услышали. Ладно, что у меня сейчас здесь не запер. Совсем мало золота. Но, во всяком случае, этот вот участок я расчистил. Класс. Вообще красота. Точно все. Да вроде бы все. Так я только зашел сюда, вот начало карты. Фактически, да? Уже сколько событий. Так, ну ладно, надеюсь, дальше не будет хуже, хотя. Знаю эту игрушку уже немного. Я знаю, что дальше будет сложнее. Эти деревья эти всякие. Класс, красиво. Блин. Вот честно, нравится. Мне. Сюда можно зайти как-то? Нет, походу никак. А просто декорации такие. Мне интересно, это вот рандомные как бы карты, они сами делаются? Либо все-таки каждую их там прорисовывают вручную, а потом просто рандомно их там как-то выкатывают, потому что... Ну, такое вот все сделать... Рандомно, но это почти нереально. Что мне два этих ифрита, че инферно, если я там только что пачками бил. Свинина. Так, лама, ты не хочешь подлечиться? Я думаю, ты всеми четырьмя лапами своими за. Давай, давай. Как-то пока слишком спокойно все. Эти инферно эти. Вообще на расслабоне.
еще мне интересно, вот когда я начинал, там писалось, что шанс встретить этих вот древних. А, есть. А кто такие древние? Если те, кого я встречал до этого, меня уже там... Ого. У меня выстрел как-то там дает шанс сейчас. Блин. А получается вот отбрасывание и притяжение. А, да, отбрасывание. То есть я вот стреляю, а его там отбросило, короче, в сторону просто. Фактически такая же штука, как предыдущая, да? Один в один, то есть реально вообще один в один. А, меня закрыли, блин. Ух, я уже думал, сейчас умру. Как же, блин, нехорошо так получилось. Там меня закрыли, вот мне отход. О, зелье силы, блин, мне надо было его оставить, а потом там как-то погасту использовать. Тут вообще сундуки вот бесплатно, на удивление. А там вот еще какая-то дверь. Туда, она же следующая. Эх, обидно. Ладно. Вот, у меня уже сейчас... А, зелья разные теневые. Плохо, что нельзя их набирать, зелья в инвентарь, потом пить, когда тебе нужно. Это было вообще шикарно, то есть вот как в обычном Майнкрафте, то есть ты взял зелье там и потом выпил, когда тебе нужно. Так, предлагаю полечиться. А, это ж здесь, да, это ж мини, типа, эти стражники тут. На самом деле, не было гаста. А вот здесь, по идее, будет, да? Как же я хочу с ним воевать, слушайте. Припасы, это нужно. Ну, во-первых, можно мост опустить, да? Вдруг драпать придется. Он опустился. Так, ну и, естественно... Может, здесь тоже гаста не будет? Может, в прошлый раз просто подарок такой? Что один сундук там всего. Что его газ будет охранять? Да, серьезно, там один сундук. Как бы не было. Ну, мы его уже видели, да, чтоб как бы... По-моему, это слишком круто. Вот у меня такой моб на охране. А, кто вообще улетел? Ого, даже выпал золото с него. Открылось, да, нет гаста. Фу, спасибо большое. О, и тут сундук. Я думаю, тут не будет ничего. Это типа секрет, наверное, был, да? Типа один из двух. Ха, прикольно. Чи не секрет. Так, все, карта. Эта мини-карта пройдена. Пока все тяжело, но проходимо. Я опять жалею, что я взял все-таки уровень сложности немного больше, чем нужно. А, иначе было полегче. Не приходилось бы столько вот мурыжиться с мобами. Так, это тоже не пройти, да? Практически, видите, она одинаковая. То есть тут чего-то такого, видите, вообще один в один, гляньте. Один в один, реально. Все декорации. Вот опять... А, нет, портал какой-то, ничего себе. Ого, куда он ведет? Мне типа в него нужно, но потом, понимаешь, могу сейчас пооткрывать сундуки. Что-что, сундуки открывать я люблю. Так. Кувшины лопать тоже лишним не будет. Кстати, я давно вот пока сейчас верну... Ого, красиво, золотые эти. Когда вернулся вот в эту игру, я еще не тратил вообще изумруды. То есть реально целую кучу собрал уже. В прошлый раз я у торговца их тратил, а сейчас вот нет. Кукуруза какая-то, прикольно.
Так, ладно. Блин, не хочу эти взрывчатку тягать, мне не нравится на вид. Блин, еще один. Было прикольно. А можно добывать чего-то? Взять кирку, подобывать? Ой-ой. Что это? Она не взорвется? Я думал, сейчас взорвется. Откуда они вылезли? Не понял. Еще один сундук появился. Как? Откуда? Еще взрывчатка. Забываю жизни пить. Ого! Видели? Я только первый раз видел. В принципе, я еще мало чего здесь видел, но все равно. Один на одного. Запрыгнули и вперед. Так, овечка, дай мне еды. Так, отлично. Класс, золото выпадает с них. Получается, в теории, если я пройду полностью всю эту карту, то мне дадут 250 того золота, которое мне нужно, чтобы пройти этап в недельном задании по сезону. Но это только теория, на практике может быть, нужно будет два этих вот этапа пройти. Ну, не два этапа, а два таких вот задания. Опа, скелетики. Ворвались. Всех раскидали. Тык. Ой. Опять вот тут сундук, наверное, должен выпрыгнуть. Это непонятно, такие паучки вроде бы не страшные. Пускай бы по 100 штук выпрыгивали. Лишь бы золото с них падало. Уничтожите точки создания. Ага, получается, еще и точки создания есть, да? Ай, меня. А где точки создания? Я не пойму, как их вообще уничтожать. Тут не видно ничего. Так, вот же. А, вот это оно, да? Все, понял. Одна из четверых. Из четырех. А где еще одна? Блин. Как мне сюда перебраться? Меня там стреляют. Прохода нет, слушайте. Капец. А можно как-то стрельнуть именно? И тут высоко. Просто стрелой, да? Или тут перекатиться можно? Это было опасно, конечно. Вот точка. Фух, лама, бедняжка, не знает, что ей делать. Так, а могу я отсюда перекатиться? Да. Супер. Вот еще один. Одна точка. Они уже поняли, что дело пахнет керосином. Решили, что вот нужно... Что, опять здесь? Блин, как-то защищаться типа, да? Иначе накроют их. Фух, думал мимо. А, я не туда, ладно. Все, выберись здесь из жуткой пещеры. Лама, давай ко мне. А теперь, по идее, точки не должны уже. Ну, эти пауки появляться, я ж их спаун прибил. Или нет, вон там еще есть. Паучара, ручара. Так, все, проверю. Ну, блин, откуда ты взялся? А, он гнался за мной, наверное. Или за ламой. Лама ко мне телепортировалась, а типа он... Мелкий с ней там воевал. Ой, корова. Не, отходи, лама. Лама, отходи. Жизнь нужно не забывать.
Отходи пить. Чек. Ой. Кто где? Целая куча еще. Мобов. Можно было уже пойти дальше, но зачем? Там же сундучок где-то может стоять. А, или нет, подождите. Сейчас, скорее всего, я неправильно делал. Придется возвращаться. В теории. Раз мне показывается, что мне нужно сюда. Ой, что взорвалось? А, я вот это не заметил, да? Ой, ой, чуть не упал. Так, секундочку, надо подлечить себя и ламу. И по карте, да, то есть это вот еще одна точка, где можно там сундуки собирать. Я в нее не пошел. Сейчас здесь раскидаюсь быстренько, чтобы меня уже не преследовали. Потом обязательно вернусь. У меня с этим вот личные счеты. Шаманом, блин. Яблочко. Так, хотя подождите. Что там у нас? Выход, что ли, раз мне сюда показывают. Да, вот еще. Найдите выход. Ну, я пока воздержусь. По идее, в таких местах тоже может сундук появиться, но нет. Я только 11 сундуков собрал. Маловато. Иди сюда. Ха! Я сразу прыгнул туда, где мне больше всего надо. Я вот больше всего не люблю. Сундучок еще. Вот, зелье силы, шикарно. Правда, мало золота, ну а что ж поделать. Несешь коту сметана. Эх, конечно, здесь мне зелье сил явно не нужно. Блин. Ну что поделать. Тут тоже я сюда не пройду. Не понял. А что, мне жизнь отняли? Не понял. А ну-ка, как вообще проверить? И почему? Я же там просто остановился. О, вот еще сундук. Или нет, скорее всего, это не жизнь отняли. Просто я типа упал, да, вот за край карты. А меня, ну, жизни вот отняли там чуть-чуть именно. Текущие. Не общую, и просто вернули типа на карту. Жалко, теперь возвращаться приходится немного. Увлекся. Так, коровка, у тебя там ничего не было вкусного? Ого, они там зачарованные какие-то. Ого. Что это за круг такой, слушайте? А, замедление. Охлаждение, да? С ним даже золото выпало. Так, прикол. Здесь даже две вот этих крипты таких. Вот рядом на карте, в которых будут сундуки. Прикольно. Вот здесь тоже сундуки были. Так, ладно, пойду сначала вот в этот. Ого. До этого я выходил в подземелья какие-то. А здесь вообще красотень, гляньте. Зелень, свет солнечный. А где все вообще? Ха. Прикол, прикол. Так. А вот нажму точку и начнется колбаса. Ай-яй-яй, у меня даже жизни нет. Успею отсюда, главное выбраться, чтобы меня вот не окружали. Капец, я залез, да? Блин, опять нет. Жесть. Он догнал меня все-таки. Блин. Вот я залез, конечно. А, это опасный колдун именно, вот. Я понял. Блин. Слишком уж там
много всех. Это он, колдун, опасный, да? Вот так они летят. Блин, опять вот у меня видение. Что ж он творит, гляньте? Я вообще реально по нему не попадаю. Да, блин. Уйди. Куда-нибудь. Они просто с ворой бегут. Таких просто несколько. Надо хоть подлечиться, не знаю, от этих мелких. Или было бы вот неплохо зелье силы взять. Вот это я залез. Блин, что-то мне аж как-то поплохело. Кто из них еще знать был опасный колдун? Меня тут, наверное, больше всего бьет, да, вот этот? Да, это он, опасный колдун. И опять здесь, в этом, в ловушке. Опять тут куча их. Хотя бы эту кавалькаду прибить. А, он меня догоняет и замедляет. А если я выйду, могу я выйти? Фу, капец, я вышел. Ну, вы знаете, я не знаю, что мне сделать. Вот вообще без идей. Заходить, отстреливаться и выходить, да, как бы так? Лама, давай. А-а-а, уровень. Капец, меня обложили со всех сторон. Что с ними делать? Ой-ой-ой. Пойти найти в этом втором склепе, может, зелье силы хотя бы. О, скелет, иди сюда. Как хорошо, когда тебя можно так легко подбить. Блин. Он взорвался все-таки, когда я вышел. Хорошо, хоть можно выходить вот. Пока тебя не убили. Да, ну там вообще нереально тяжело. Может, если бы сложность у меня была чуть пониже, то я бы вот как-то там мог пережить это все. А так они просто меня берут и убивают. Вот сейчас я с ними закушусь. Пойду обратно. И все, меня же там похоронят. Так вот, до этого момента, кроме гаста, ничего сложного такого не было особо. Там их просто слишком много, хотя бы там их по одному как-то перебить. Одного, два, чтобы они друг от друга отошли, чтобы они не все вместе там бегали. Так, стрел нужно собрать, да, потому что, кроме как со стрелами, воевать с ними, я не знаю вариантов. Ой, что это такое? Везде огонь, блин. Иди сюда. Что, забили мою ламу? Капец. Золотишко. Там и стрелы еще. Да. Все классно, все замечательно было. До того момента, пока я не познакомился. Вот с той криптой. Даже не крипта, то ж, это крипта. Вот с той локацией, блин. О, а тут уже открыто, а как так? А, нет, там закрыто. Ну, кто на меня? Сразу этого колдуна прибить. Ох, сколько золота с него выпало, видели? Обалдеть. Бедная лама, давай лечиться, лама, вместе. Хотя сейчас опять прибьют. Не скажу, что это прям незаменимо, но все-таки. Все, открылось. Есть такое. Еще парочка сундучков.
Это уже больше половины, оказывается. Мне интересно, что ж там будет, если я там выиграю. Ну, если там не выиграю, блин. Я не проверил, тут я все прошел. Да, все. Так, на всякий случай. Гляну. Ух, блин, пожелайте мне удачи. Она мне понадобится, причем в 10-кратном размере. Так. А может, мне вообще нужно было другую эту взять? У меня вот есть этот луч, он хорошая, конечно, штука. Вы знаете, наверное, я луч возьму этот. Точно. А дело в том, что он... Что он заблокирован, а у меня... А, респаун просто. Опять же, мне нужно это все дело пережить. Так, лама, ты где вообще? А, хочу пережить. Да, блин, убегай же ты. Так, во-первых... Вот этот луч, смотрите. Вот то, о чем я говорю. О, видели? Какая крутая штука. Вот скажите, что она не крутая. Еще даже остались немного души. Колдун, по идее, остался сам, да? Исцеляет, отражает скорость. Да. Ну сам по себе он вообще никакой, вы видите. Что он может сделать? Ну? Привет, не какашка. Я его бью, он оглушает. Я ему там урон понижаю. Ну, короче. Ого! Я такого еще не видел ни разу. Позолоченный палаш. А ну-ка. Урон в ближнем бою 208 на 305. Так у меня. Почти такой же. Дальше. Повышенная дистанция ближнего боя. У меня такой же. Вызывает отравленные облака. А у меня вот дополнительный урон по нежити. Это круче. А, и палаш миньонов безымянного. Это стильное и опасное оружие. Ну, получается, это эпические, очень уникальные, вот, да? А это редкие позолоченные. Блин, не пойму. На вид вообще крутая штука, но, походу, наверное, она хуже, чем то, что у меня. Боевой цикл и засада, ну-ка. А, атака истощает вашу жизнь. Не хочу. А засада... Нападение на мобов, которые не нападают, непосредственно на вас, наносит уличный урон. Плохая штука. Обновление. Ускоряйте перезарядку. Короче, редкая штука. Короче, мне не нужная. По идее, тут больше что, ничего нет? А сундуки какие-то там. Награды. За то, что я такой молодец. Вот видите, поменял артефакт. И он все решил. Без него я бы, наверное, не справился. Ну как мне сдалека? Стрелы им там особо урона не наносили, их там слишком много было. Остатки роскоши. С барского стола. Все, нет никого. Так и зачем я с ними фактически дрался? Ни одного сундука. Ни золота, ни кусочка, по-моему, не выпало. Прикол, прикол. Никаких секретов нет. Ай, ладно, обидно, досадно, но ладно. Главное, что победил. Ценой всего лишь одной жизни. Так, можно жизни хлебать. Промахнулся. И еще один портальчик. А здесь не будет никого сундучка там, где припрятано. Так, куда я теперь вышел? Вопрос. Интересно, тут никаких секретов. Любят так иногда сундучок припрятать. Палатка. Кто-то пикник решил здесь сделать.
Так, еще жизни хлебну. О, о. Увидели. Вызыватель. Какой-то крутой. Раз вот. Ой, помню такого, да. А ну-ка, блин, не-не-не, секундочку. Могу я так по нему? А, у меня перезарядка. А, в принципе, могу не тратить, да? Ну, не так особо. А, не прям такой, как я думал, крутой. Не, ну просто слишком много вызывает тех мелких. Ай, больно. Я его вспихнул, получается, и он сразу умер, да? Ну, то есть так. Не скажу, что прям меня удивил. Ну да, нужно было под него подстроиться. О, свинка. Привет. Яблоко, зелье теневое. Так. Аккуратненько. Это вообще зелье силы я пока оставлю, вы знаете, вдруг понадобится на какого-то босса там. Тут ничего. Опять же, потом возвращаться не сильно хочется. Ладно, пойду я вперед. Все равно оно мне поможет чуть-чуть. А вот там еще одна крипта. Надеюсь, не с такими же. Как в прошлый раз. Да, заходишь ты. Вот вначале, как только зашел в эту древнюю охоту, так чем как она. Аста этого накинули. Испугали, типа, чтоб забоялись и вышли игроки. Сколько золота, класс. И потом не давали. Ну не может быть такого, чтобы Аст один был на всю карту. Да, типа, даже не было закрыто ничего. Зелье силы. А куда оно упало? Оно за карту, наверное, упало. Люки. Обидно. Так. Взрывчаточка, припасы. Мост опущу сразу. Стрелы. Ну вот нужно души копить. Души тут, конечно, вообще класс. Заряжаю эту штуку и... Ох. Пару раз она меня уже выручала. Поэтому я, в принципе, оставил именно вот этот артефакт. Кинул. Зелье не забываю пить. Иди сюда. Хоть бы не было Аста. Все открылось. Там я слышал звук, да? Золото маловато. Здесь вообще лучше золото, чем изумруды. Очередной склеп там, или как его, подземелье расчищено. И уже 25 из 32 сундуков найдено. Получается, секрет 2 из 2. Тут, надеюсь, они не будут добавляться, как в обычных миссиях. То есть, фактически-то, по идее, осталось там... Забываю про кувырки. Но вот когда я спасался от того вызывателя крутого, эти кувырки меня, конечно, спасали. Ого, сколько их! А не слишком ли вас много? Слушайте, друзья. Блин, я даже не знаю, что мне делать. Надо как-то просто оторваться от них. А, жизни, 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 жизни. А, как же их много. А, убегай. Вот же хлеб, отлично. Все-таки я выжил. Фух, как же я выжил здесь, а? Сам не знаю.
Ну, где вы все теперь? Все. Правда, всех зарезал? Фу, видишь, сколько их много, и все бросаются. От них не убежишь, они будут тебя закидывать. Ладно, пережил и хорошо. Курки как раз меня спасли. Ай, блин, что случилось? Я не могу пошевелиться. А у меня просто откидывает, получается, этот большой. Ну, ничего. Это было... О, там еще один. Большой, куча мелких. А, не-не-не-не-не. Блин. И там тоже спрятался. Надо лечиться. Лама, лечись. Да, я тоже подлечусь немного. О, не-не-не-не-не. Лама, отходим. Перегруппировываемся. Надо подождать, пока откатятся эти все лечебные штуки. Ну, против одного этого не проблема выступить. Давай, полечимся. Лама, давай. Блин, он вызывает этих всех. А он, когда он сам видит, он ничего не может сделать. Застряли здесь вообще где-то в углу. Блин, как мне к ним пробраться? Фух, такие тяжелые промежутки. Я так понимаю, дальше будет все так же. Вот, именно на этой карте. Я как раз говорил, что зелье силы я поставил бы сюда себе. И как же они, видите, закидывают все, и ты горишь, получается, если ты отсюда не упрыгнешь, то... А опять это здоровый. Ой, сколько же их здесь, а? Я души специально не трачу, я мог, конечно, их там раскидывать этими душами своими артефактом, но, блин. А вдруг потом понадобится, а их не будет, заработать очень тяжело. Есть, давай лечиться, лама. А это как там отстреливай. А, отойди сюда. О, блин. Там так же меня подставил лама. В принципе, сам себя подставил. Ну вот я пошел накачивать жизни атакой. Наш вампиризм все-таки действует. Просто когда их немного, он успевает накачиваться. Когда их много, да еще вот они тебе под ноги кинут эту штуку, которая горит. Сам по себе никакой. Без приспешников. Блин, еще один. Она что-то не успел никого вызвать. А, никого не успел вызвать. Либо я всех уже перекромсал просто. На этой стороне, по идее, уже никого не будет. Я что-то всех бил. Так, зелье хлебну. Просто чтобы было в зачетке. А здесь что, тупик? А, так это нет, да, тупик. Я думал, тут будет сундук какой-то лежать, почему-то уверен был на 100%. Жесть. Или там какой-то портал куда-то, дверь. Ну, в принципе, секреты уже все, да, поэтому секрета уже ничего не должно быть секретного. Просто идти вперед, воевать. Ой! О-о-о! А я как раз только видели, глянул на карту. Пока я на нее смотрел, меня мой любимый гаст отгастил. А я его даже не вижу. Кто он простреливает? Я просто его ж не вижу. Ай-яй-яй. А не хочет он зачарованный еще, да, у меня двойной урон. Блин. А, получается, вот я по ним попадаю, да?
блин. О, попал. О, я прибил этого. Вызывать, ну, шамана, который ему урон накидывал. Получается, видите, притяжение и рикошет там, короче, видно, от него рикошетом прибило шаманчик. То есть было вначале написано, что урон двойной, а теперь не написано уже. Это просто было неожиданно. Это была подстава. Я вот пока открыл карту, посмотрите, он меня просто взял и... Блин, вынес. Ну как так? На ровном месте здесь жизнь потерять. Причем два раза он мне попал, как бы я пока... Опять эти гады. Какая там сообразилась, что к чему меня уже сняли. Начал отходить, она меня догнала. Он же по площади атакует. Неприятная ситуация, блин. Ну ладно. Надеюсь, сложнее ничего уже не будет здесь. Выйдите через ворота. Это, короче, уже выход, типа, да? А, типа вот, я уже карту могу пройти, да? Но мне что нужно еще? Умереть разок, да? Это, конечно, шутка. Мне нужно найти остатки там роскоши. Значит, если что, можно будет больше тратить уже. В любой момент могу как бы закончить эту карту. Хотелось бы все-таки все сундуки найти. Боюсь, что просто я где-то пропустил. Хотя, по логике вещей, вот здесь это еще должен быть какой-то там грот или что-то такое. Где, возможно, сундуки есть. Не, главное, чтоб не гад. Ой, там много этих. А что убегаешь, родной? Я с тобой еще не закончил. Вот так вот. Иди, иди сюда. Не стесняйся. Отличненько. Фух. Так. Хлебну волшебного зелья. Не потому, что жизни не было. А просто для статистики. То есть побег. Что значит побег? Я всех перегасил. Ни от кого не убегал. То есть я не сбегаю отсюда, а ухожу с гордо поднятой головой. Эти глюк висит в воздухе, кувшин. А вот еще один склеп, как я говорил. Хоть бы он был не такой, как вот там, с теми шаманами. Нет, обычный. В котором пару сундуков, наверное, да? Просто мне еще нужно найти 7 сундуков, здесь их не будет. Яблочко. Ох, сколько малявок. Так, вот, раз, два, отлично. Там еще 5 будет. Было бы вообще идеально. Да, гляньте, вот. Раз, два. Зачем мне 2 теневых зелья? Плохо, что не суммируется эффект. Тоже было бы классно. Если вот, как я говорил, не в инвентаре, хотя бы их там собирать. А просто вот если их там выпадает много с мобов, чтобы был бы накапливающий эффект. И там, по идее, 3 сундука, да, последние должны быть. Раз, 2, 3, да. Реально, все сундуки здесь. Надо, чтобы не было гаста. Не, ну даже если он будет, в принципе, я ж уже знаю, как с ним справляться. Стрелы у меня, он 150. Так что прорвемся, даже больше вот уже. Лама. Ай, больно. Блин, как-то меня так прям. Ой, а что такое? Почему так сильно бьются?
А, потому что ламы нет, они, получается, на меня агрятся. А... Неприятно. Так, лама, ты давай там. Нет. А, вот еще один. Да, газ все-таки. Ай-яй-яй. Ну, это уже последний, точно, на этой карте. Надо его просто пережить. И главное не останавливаться. Два раза я не успеваю стрелять. Видите? Хотел попробовать, но не успеваю. Вот опять хотел. Нет, надо лечиться теперь. Куда ж мне высовываться? Эх, или найти место такое, точку, где вот он меня именно не будет в меня попадать, а я буду. Так, почему так медленно все, гляньте? Капец. Кстати, по идее можно такую точку найти. Блин! Ну, вот это я классно так четко попал, да? Все, не буду я вот это выдумывать, я просто пробовал пару раз именно двойной выстрел сделать. Ну, в смысле, два раза. С один раз он стреляет нормально. Второй раз. Никак не успевает. Не, у меня, конечно, есть броня, которая скорость так и увеличивает. Ей бы я смог попасть. Она у меня даже с собой же есть, в принципе. А-а-а! Вот блин. Вот у меня эта броня. Стоп. А, я ее положил улучшать. Блин, ладно. То есть с ней бы я как бы мог бы успеть два раза стрелять. Ну зачем? Не вижу смысла. Давайте жизни, еще жизни. Вот, блин, бешеный. Главное тайминг правильно делать, вот. Сильно далеко не уходить, все равно промахивается. Все, последний выстрел. Золото еще куча. Так, и вот. Раз, два. Шикарно просто. А может именно эта локация открывалась в последний день, как бы, этого, ну, задания недельного, я не знаю. Все, все сундуки собраны. Можно идти к выходу. Шикарно. Но так я, получается, какого-то древнего и не встретил. А может, древние это и были вот эти вот, которые с шаманами там окружен. Не знаю, честно. Еще остался один кусочек карты не исследован. Ой, вот опять такое место, в которое хочется зайти. Но в котором пустота. Ого, гляньте. А, волки, прикольно. Нет, тут тоже пусто. Все, карта пройдена полностью на 100%. Конечно, где-то может какой-то моб там затесался, вот когда я там вокруг бегал. Мог там кого-то пропустить, но... По большинству своем, на 99%, я думаю, прошел. Может быть, даже на 100, сейчас посмотрим. А, вот какое-то достижение. Да, открыто 100% сундуков, попадание. И 93% мобов побеждено. Где-то все-таки еще остались мобы. Это уже все не важно. Что дадут, надеюсь, что-то ценное. 10 золота. А, вот, торговцу Пиглину. В лагере посмотрите, что нам предложат замену. Так, вот, я до центра приключений. Видите, мне нужно 250 было золота собрать, чтобы выполнить задание, а я вот не собрал. Жесть. Времени-то уже особо и нет.
Может, успею. Так, где торговец с пилинами? Где он появился? Деревенский. А где он вообще есть? Ой, а карты этого города нет. Надо теперь его искать. Блин. А где его искать вообще? Тут, кстати, на карте столько всего интересного вообще. Вот я вот, кстати, портал недостроенный, кажется. Раньше его не было тоже. То есть тут даже просто походить по карте уже красиво так все продумано вот. Можно бродить везде по этому своему острову. А где же торговец? А это что у нас? Я уже не помню. А, это что? Я так и не разобрался, что почему. Да. Из вас никто не писал, что здесь и как. Что это? И тухнет. Блин. Какая-то что это? Надгробие или что? Вот тут разные тоже фотографии. Я не знаю, что это. Может быть, это в будущем что-то будет как-то действовать. Стрелять не могу. Не, я не понимаю, что это. Я не думаю, что я один играю Minecraft Dungeons, так что кто тоже играет и знает, напишите, чтобы тебе голову все не ломал. Так, ну это вот таинственный торговец, это просто, да, обычный, как бы роскошь. Это уникальная солнечная благодать. Урон такой неплохой, булава типа, да? А здесь может купить артефакт обычный, ну, артефакт арбалет. Так, деревенский торговец. Не сказал бы, что у него что-то хорошее. Да. Вот, получается, торговец тут же, где и портал. То есть я почему-то сюда сразу не пошел. Давайте глянем. Итак, этот торговец принимает только золото и предлагает эксклюзивные позолоченные предметы. Вот как у меня предмет позолоченный я нашел, да? А смотрите, доспехи оцелота. Здоровье, ускоренный перекат, поглощение урона, увеличение урона при полном здоровье. Надевая эту шкуру оцелота, вы чувствуете... выброс чистого адреналина в кровь. Завершите 3 раза древнюю охоту или 15, чтобы было больше слотов, да? Но это именно броня мне особо не нравится. Как бы нормально, если бы у меня не было моя. Но так, в принципе, так себе броня. А вот и все, в принципе. Первая моя древняя охота подошла к концу. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Не забудьте поддержать его своим лайком, пишите комментарии. Ну и оставайтесь с нами. До новых встреч, пока-пока.